снимаю вот так вот. Так, короче, яблоки мы с вами нарезали. Теперь у меня 4 яйца. Вбиваем в чашу. Раз. Два. Три. И 4. Аккуратно, чтобы не упала скорлупа. А у меня упала, блин. Ё-моё. Вот она, все, я ее достала. Капец. Так, теперь идет 200 грамм сахара сюда. Я, короче, сыплю на глаз. Примерно 200 грамм. И все это хорошенечко взбиваем блендером. Так, включить. Опускаем. И поехали. Крепыша, сейчас вот будет белое, а сейчас желтое, долго взбивать и будет, вот так надо держать. И вот эту миску держать, и вот тут придерживать. Угу. Вот смотри, двумя пальчиками держим тут, а вот этими держим тут. И нажимаем циферку 2. Угу. И вот так долго взбивать. Сколько? Помощник. Долго. Да. 2. Видишь, как у тебя болтает? Неправильно держишь. Неудобно? Вот так. Нет. Нельзя, чтобы она касалась пола. Вот смотри. Приподнял, вот смотри, приподнял. Вот держишь вот тут двумя пальчиками. И вот как бы на руку вот сюда вот ложь. Ну что ты его отпусти? Подожди. Прям не до этого. Вот так. Вот так. Ну видишь, оно должно быть вот. Не надо, чтобы оно прям стояло. Вот оно наверху. А, я понял. Чуть ниже можно опустить. О, ниже. Давай, я держу. О, боже мой. Боже мой. И долго вы там так лежали? У нас не видели. Давай я чуть-чуть, потом ты еще. Ниже. Во, во. Прям ниже, ниже. Во. Давай я чуть-чуть, ты закончишь. Ты закончишь. Я больше не буду. Не будешь? Все. Он больше не будет. Прям чтобы до белого взбивать. Вы не знаете случайно? Я не знаю. Витя,
Мутки глаза, во, вот такие вот. Прям огромные. Все, достаточно. Так, это в мойку. Витя, убери, пожалуйста, отсюда тренажер. Мама, иди на Аймара. Какого Наймара? Наймара. Не буду, мне сейчас некогда пока. По-братски. Да хоть как. Ну, мне идти надо. Я не буду ничего искать. Оно в стирке все, сдачи ты как привез, оно все в стирке. Чего ты ничего не стираешь? Потому что машинка полупустая. Где ты нашла, говоришь, трико? Трико там, что-то трико одеть хочешь, одевай. Нет, я... Так, теперь сюда нужно добавить 160 грамм муки. И, наверное, ванилина я немного насыплю, у меня есть. Скажи привет, ванилин. Скажи привет. Привет. Скажи пока. Пока. Скажи зрителям мои пока. А, ты хочешь, чтобы я видео отключила? Скажи зрителям мои пока. Не скажу. Скажи, отписывайтесь от меня. Ну, что ты такое говоришь, сынок? Дорогие друзья, отписывайтесь. Дорогие друзья, подписывайтесь на мою маму. Шутник. Так, и 160 грамм муки. Сейчас дождь, смотри, какая туча. Она маленькая. Сейчас, тучка. А я... Ты рассказывала, как я в воскресенье попала? Рассказывала. И что сходили тебя искать, рассказывала. Все рассказывала. Да, ну, реально. Ну, да. Прям рассказывала. Да. Так, сейчас мы сюда на это. Так. 160 грамм муки. Я на глаз все делаю, честно. Сейчас помешаю, по консистенции там уже будет понятно. Бисквит это... Али не бисквит. Вот, пожалуйста, это бисквит. Чё, мам? Я говорю, по консистенции там уже видно будет, бисквит это или не бисквит. Это бисквит. Теперь я сейчас это... Ты чизкейк приготовишь? Чизкейк? О, я его... Я ж готовила, да, как-то? Да. Давно я не готовила. Да. А тебе не маленькие эти шорты? Нет. Отлично. Красота. Еще бутсы сейчас подвязочку надену. Ты гулять пошел? Да. Жилетку с собой возьми, погода переменчивая. То дождь, то солнце, то жара. Так. Берем. Жаль, корицы нет. Я обожаю корицу. Просто прям. Я ее так люблю. Я люблю печенье с корицей. Я когда работала на фирме Common Market, я там всегда это печенье и продавала хорошо, и сама домой брала коробками. Мама, мячик там или здесь? Мячик? Вы же играли вчера с Колей. Где мячик? А, мячик там. Так, сейчас возьмем кисточку, кухонную кисточку, размажем здесь маслица. Витя, ну не трогай ты его, пожалуйста. Не трогай его. Пускай отдыхает. Терроризирует. Так. Теперь высыпаем яблочки первым слоем. Я нет. Ты, наверное, его под кровать забросил? Под кровать нет. Куда-нибудь на шкаф? Мы задолжны.
Знаешь, что он радужного цвета? Я не знаю, сынок. А, сможешь сейчас подмазать и найти, и все, больше я тебе ничего не прошу. И все. Я уже. Что подмазать? Ну, подмазать пирог свой. Я не буду мяч искать. Просто, пожалуйста, ты я вчера больше... сам играл. Да я играл с Колей, потом он когда-то его делал, и все. Он никуда его не делал. Я хрен его знаю теперь, где его искать. Как ты нету разговариваешь? Нету его там. Как ты разговариваешь? Иди ищи. Мама. Деловой. Мама. Хоть мама. Раз самостоятельно что-нибудь сделать. Помочь сложно. Без моей помощи. Да я заколебалась уже ходить, все за тебя искать и делать. Если честно. А, сверху яблочки засыпала сахаром. Теперь сверху мы выливаем шикарное бисквитное тесто. Просто шикарное. Такое воздушное получилось. Знаете, оно похоже на сгущенку. Оно похоже на сгущенку. Так, так. Помажем сверху. Так, так, так. Еще ложка. Так, так. Еще ложка. И все. Больше тут мазать нечего. Пальчиком вот так еще с ложки. Вот он. Твой телефон рядышком. Так. Ты на связи? Да. До скольки отпускаешь? Ну, сейчас сколько время? Где-то 6. 6? Если будешь на связи, то до 10. Спасибо. Хорошо? Я тебе, ты мне не звони, я тебе сам буду звонить. Хорошо, только не забывай. Хорошо. Все. Вот и все. Так, это в мойку все. Ножницы на место. Ручки помыть. Ау. Завяжешь меня? Да, конечно. Все, теперь я это отправлять буду в духовку. Спасибо за компанию.